Под сводами лютеранской церкви Святой Марии вновь звучала органная музыка. Величественная музыка Иоганна Себастьяна Баха открыла вечер со Штефаном Кислингом, немецким органистом, который выступил в рамках 57-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Я был подростком, когда я начал играть на органе, и с самого первого начала занятий музыкой Бах – это было моей страстью. В программе концерта прозвучали сочинения и другого немецкого композитора Йозефа Райнбергера. Кроме того, Штефан Кислинг познакомил ульяновцев с произведениями удивительной китайской пианистки и композитора Ли Уайшань. Желая ближе познакомиться с органом, Ли Уайшань прошла курс игры на инструменте. Вариации на тему «Great Ada in Missis», которые исполнил Штефан Кислинг в кирхе, были созданы Ли Уайшань на основе христианского гимна «Велика милость твоя». Они звучали ярко и неповторимо. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.